он же... Рофлыч, блядь. Рофлыч точно завтра пойдешь, блядь. Вторая сова будет нужна. Ну, Ритрум, вообще, типа, для тех, кто новый, я начисляю ЕП только тем людям, у которых есть второй персонаж, скажем так. Ну, типа, который может... Проходимый по левелу, короче. И по шмоту, ну и так далее, и по ДПСу. Только такими я начисляю половину ЕП за замен. Я завтра уезжаю чуть. А? Я завтра уезжаю в Рофлыч. Я не смогу завтра. Что, у меня завтра по словам будет? Рофлыч, ты какая-то проблема постоянно. Да, в этот раз спал, но какая-то была ж новая. А что тебе с кораблей? Топорик на рогу? Не плачь, ну же. Не только плащ нужен у Цанцулка. Ну, кольцо еще, конечно, не помешало бы, блин. Ну, типа, если он пойдет, я не знаю, как завтра. Завтра я на сутках. Я могу фул танкануть, Мишка. Без проблем. 80 тысяч хп. Вот это кольцо падает. Ну, морд. Блять, Рофлыч, Рофлыч. Почилишь на роге. Угу. Не, какое это хуйня будет, мне кажется. Почему? Это медведи эти ваши, блядь. Почему? Ты чё, два любых напруга, вон они есть. Там агра будет дохуище. Ладно, хуй с ним. Давай. Сам увидишь, нормально все будет. Всё, 7-8 пати, пойдете завтра, Цунка. Чё, иду, да? Добро? Зло. Хорош. Добро, добро. Так, да, и один слот на ребро нужно, кто там хочет поебланить. На одном бафе. Не ебал. Не ебал. Окей. Ладно, парни, тогда удачи вам сегодня. О, ты силу гнили не продаешь? Нет. О, спасибо. Так, я его перекину. Всё, сейчас зайду. Зарогу-то. Пойду сразу. А ты как и даешь, тогда не буду. Третий целка соберем, тринами, да? Я не против. Какой день? Нахуй. Конечно, нахуй. А что за ломан пофиксили? И так легкий был. Ты думаешь, его пофиксили? Трэш пофиксили, бать, быстрее убивается, трэш получается. А зачем? Там кому-то увеличили урон. Ну, урон трэша, ну плевать на урон трэша, по-моему, не? Ну, когда ты пробегаешь его, нахуй, там ебальничек может сломаться знатно. Ну, да. А то инвиз не идет. Дай пати, Настя. А, сможешь кто засуманить? Дайте шкаф, блядь. Сумони, бать. Сумони метиса. О. Какого метиса? Плюс 100 рублей на карту. Ебать ты шарек, кунка, ебать ты шарек, нахуй. Ебать, я сексуальный, да? О, ты все-таки сделал гоблина, нихуя ты послушный.
Ебать, хуесос. Почему? Так давно пора, блядь. А есть рыба у кого? Пирата. Кунка, как ты вот этот голый могучий Конан Варвар, блядь? Блядь, Кунка, ты урод нахуй? Я мискликнул. Долбоёб. Да, блядь, квестлинка нули. Ты дал? Квестлинка нули. Все, давайте, в скором темпе, погнали трофейсить. Да, спасибо. Фласки... А две рыбы я сейчас сожрал. Сейчас посмотрим, кто у нас брать не может. Фласки сами можно взять? Адо получается. Ну, адо, ладно, повыше. Думаю, находит Рофлыч. Да, фласки, в принципе, все сами возьмут. Сейчас, подождите, я еще не формировал пати, я так просто накинул, кто идет. Плюс Эридары сейчас какая-то не очень популярная раса, их не так много, типа. Да мусор, я бы тоже начну рефик сделать себе. Хотя на кастерах еще хватает, пока что. Реально, блядь. А Нэшка сильно меньше дает, чем Эрдарка? Если ДД. Если Нэшка дает больше, ну... Здесь, блядь, критан. Эрдарка мусор дает. Да нет, типа... Охуели мусор, ебать, крит опять. Смотря фурона. Какой класс. Вот Кто бурстит, тому, наверное, Нэшка. Кунка, не хрюкай, пожалуйста. Это не я сейчас был. Солнце, ты мне напиши это лучше, пожалуйста. В канале, блядь, чтоб я просто понимал. Ну, типа, я могу это забыть, поэтому напиши в канале, чтоб я просто это видел. Потом, если что. Ничего, забей. Это не для тебя информация. Это подсказ, короче. Почему меня ствука интересует только две шмотки. Колечко и плащ. Пиздец. Войд забери. Как они меня выбило с инвиза, блять, ему бы сами. Одну сняла, вторую нет. Хотя 80 уровня сейчас. Реально, блять. Синрица, сними там ловушка одна еще осталась. Я не знаю, что меня с инвиза выбило, блять. Слева там, около слуги, прямо должна быть, под левой стороны. Синрицу тут вообще? Вроде бы. Стой, Войд, по левой стороне иди, сейчас Синрицу снимет ловушку. Угу, я увидел. Все снял. Да. Кунка, еще постоянно 6%. Ну это вообще пиздец. Че, прибавился урон? Ну, манекен где-то на 600-700, я мало тестил. Кунка там не крит, а крит урон вообще. Ну, да, это еще лучше, чем это шанс. Это самое важное, да. У Варон так самый большой в игре. Типа 246% будет у меня. Сколько у тебя сейчас получается манекен? Ну, почти 13к. Какой задел в начале? Моба, блять. Ой, какой-то конь, да, и в начале задел. Побежали, ну. Так, у нас Вальмара там. Да там уже умер моб, нахуй. Ну, Вейт Фьюри по-любому с трофалом захуя. Не, я был мишки. Значит, Рофлыч, блять. Бил первых мобов, я в костел.
100% с фултепадом задел нах. Наебаешься. Да я не нажимал ничего, посмотри, прикалываньте. Все, фласки сами взяли с ГБ, первая ячейка. А ты, кстати, саппорта не ложишь, да? Штучки, там. Нет, саппорта не ложил, саппорты риди гемми, найти поберем. Я пошел чай наредить пока. Окей. Серж, раздайпер, ондра, хотя не, блядь, а акума нахуй. Мне так много учат. Раздай, пожалуйста, саппорт, хило. Строит, как удастся. Я там поставил на его в ромбе клетку, если что. Суманите по камерае, там у нас Вальмора релогается, покажу. А, 5 сек накидайте. Зеленый немножко. Рыбку кушайте, масло. Дайте строить, по-моему. Вальмор уже пришел. Ну ладно, похуй. Умирает тут. Давайте фласки пьем и погнали. Дайте еще за саппортом, кому надо. Ну, по квестик хорош. Дайте квест. Давайте фулбам быстрее, только что вали. Я уже 25-й раз аудую. А на кого вы даете? На ребро? Ребро. Да. А. Давайте вообще на полбах. Никому не надо больше. Блять, надеюсь, Вайда нахуй не сложит, блять. Все, поехали, я дал на пол. 3, 2, 1, пол. Гей. Да, серый бэр, по-моему. Рибахните до меня. Лужев не стрим, разбежались. Реслин, дай секло. Не дергайте его, босса, там где остался, там пускай стоит. Лишняя хуйня. Во фрейм встали дальше. Ой, блядь, дай БР быстрее акума по войну, быстрее. Ребафните друида на фул. Ну поэтому я и говорю, друиды это вонючая тряпка, нахуй. Бесполезный танк, сука, слабый, нахуй, хуёвый, максимально конченый, нахуй, класс, блядь. Какие вар, нахуй. Хуета. Настя, спекайся в танк. Пойдем в три, нахуй. Без электрика печалька. Лучше пей, пух. Они заменяют друг друга? Ну, не, на ману, да, только на ману. 3% урона не будет, значит. Не, сука его сложила. Ему 38 как листерез съедал, но потом он умер. Бля, почему он умер? Там можно было медведя прохилить, я чуть-чуть не успел, он там умер. Не знаю, у него там было процент 25, когда можно было захилиться. Секунды 34.
Не успели счесть. Глю проебался тоже. Да не обязательно, он типа там полгода мог похилиться. То у меня 1.5 хас минимальный. Угу. У тебя хасты мало, шеф? Нет, это под отель. Уже не надо, пускай во второй рейтинг. Шутка Джонжика была. Это без быстрины. С быстрой-то понятно, секунду там будет. Там ГКД просто не успеешь. Рыбу кушайте быстрее. Почему она была маха? Конечно. Нахуй что? Как обычно. Ставьте босса подальше. Солнышко, давай быстрее, пожалуйста. Ты готова? Три, два, один. Уже не стрим. Рестлин, дай маску. Фрейм систем. Наблюдай по кунке сальву. Окей. Наблюдай по амульте на сальву. Вы что там, блять, в говна въебали или что нахуй? Так гро сорвалось или что? Резвить кого из них? Север или Кринч? Не надо. Тебе похуй, Кринч Кингу, да? Только не вставай. Да сейчас уже все, уже я клифую. Шим сзади с фонта снимите быстрее. Какой-то
Я не могу. Кто хотел, тот взял. А ты взял? Да. Настя, мы с круны. Кого лед стоит? Ты к нему. Гениально. Приседал? Опой. Опять нет. Остался хилистик. От шмота отказываемся. Там, знаешь, в чем хуйня? Там на пулы что? В разные цели. Да. На пульщики в разные цели на пулы. Да, штурм за инст. Заходи в него. Так они, может, блин, тролливают. Он не выпал. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Может, этот штурм невезучий? Может, из-за него мне пуха не падает просто? И ему ничего не падает? Не знаю. Дежавю, опять вот говна. Ни сапоги не падают. С ребра. Не, лут говна — это когда кольчуга интеллектуальная падает. Типа, а тут вот видишь постип РДДшный. Он редкий. Реально. Там эти с топорами, что опасно. Миликов не жалко. А, ну ладно. Реально. Сондрич не откиснул. Че, он Дреблат не дамажит, да, получается? Надо в этого пекаться. В зеленого. Ебать, бахнула она. Ну, зеленый баф дает. ДПС вроде такой же. Блять, как он похилил? А, у нас получается, если ты спекнешь, что ванхолик, у нас не будет 10%, да, потому что у нас хант сурф. Отстой. Бля, сурвы же, кажется, худший спек среди всех, по бафам нет. Ну, чего он баф не дает, я не знаю. А чё, сурф больше ММ дает? Вейтфури с правой стороны.
White Fury справа танчишь, этот Айслин слева. Мирая первый гриппаешь с центра моба, Ундра второй. Первая, третья пачка с левой стороны, вторая, четвертая пачка справа. Мирая, если ты справа. Ты бы ставлю или тех, кто умирал, хавайте быстрее, поехали. Фулмэв, дайте по локу. Кто там по гриппам? Я первый грипп, я письмо слышал. Мирая первый грипп. Пасквест какой? Блять, не знаю, какой-то. На лану. На синдром. На лану, кусок. Феникс, ты не понял. Ты должен был зайти в инст перед РТ и сходить посмотреть, что за квест. Реально, блядь. Он что-то не забил снова? В натуре вообще, что за РЛ? Все, поехали. Ниндзя пул. Угу. Потрошу, поехали. Синрицу стой с другой стороны, главное, подальше от босса, чтобы эта лужа по ебанскому, ну, короче, не кинулась в центр, и тогда вообще без нельзя будет. Вафлыч, ты на контроле. Трэш 5 секунд. Трэш, поехали. Дайте контрол, быстрее рофлыч. Рофлыч. Блять, пухи снялись. Геру дайте. По боссу максимально сыграем. Хотел задержать ее. Кунку контрол. На кого первого отзадите все на пула? Больше, больше ДПС анально. Бля, сейчас трэш выйдет. Дай мы скрой, если. Дал. Сопрот. Ну, бывает. Ну сейчас на войду на пульте один раз. Сейчас беру службу мягко. Ну что, не там. Ну обычки надо там учиться. Боты прикольные. Шмот, отказываемся дальше. Ч,
еще по осколкам не выполнено. Заеби. Это трэш бьем, нет, я забыл. Нет, скипаем ему нахуй быстрее. Вообще можно на маунтах прям до конца бежать и ждать дракона. Все, давай в эфире вперед. Че, бежать или здесь? Стой тут. Только, блять, петов уберите своих сразу, вонючих, чтоб не сагрили этот трэш в центре. Сели на маунтов по правой стороне, быстро пробегаем, дракона этого не трогаем. Прижали к стене, по правой стороне пробежали на корме быстрее. Взяли все сразу ранд. И 4 желающих пушки. Я пушку. Ранцы все взяли. Я понял. И оденете, не забудьте. Так, Ридига, Синрицу, Протопауэр и Кринжкин. РЧН на пол. Ранцы оденьте все. Все, запускаем. Мастрянки, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Ну, воет полетит, Мурадин. Кирилл, ты пушки назвал, Дэд? Ну, Ридига, Синрицу, Кринжкин, Протопауэр. Это лучшие игроки, если что, они на пушке. Да. Только в пушке дамажат. Я пушка. Кунка, грипни. Я рислин, ты на нашем корабле там. На РДД потрэшу сразу играть. Я не брался, могу на пушку тебе. На нашем корабле Ринда. No. Плейбой, Чувава и Мирай, он расстрелил всем тут. Цене Мирай лишний, Мирай полетишь на тот. Все, Войд полетели. Помогу сразу сейчас. Мурадина не бейте только. Где Кунка? Летает там. Не, я здесь. Играйте по трэшу пока. Мне кажется, да, его уже пробиваю. Могу убивать и сваливать. Или нормально, хуй его знает. Мурадина, не трогайте, блядь, что вы там здесь? Вешайте на него хуйню всякую, порчу чая висит, блядь. Да он в уклонение, когда уходит, так не кот. Я понимаю. 19 так, может еще и протанчишь. 19. Ладно, еще одного мага подождем, потом свалим. Ну, 28, блядь, нахуя уже. Больно, Глю, нажми бабл и капли по ветфере. 10% на которой. Корабль...
Давай массы к рублю по выйти. Ну просто массы к рублю. Мальмара, дай зубы по выйти. Все, улетаем быстрее. Войт, улетай. А, он дровблазе, блядь. Фу, блядь. О, ты можете прилетать обратно. Полетели, да. Осуждаю блады. Он нам баф дает. Какой? На АП. На АП. У тебя хант есть, нет? Ты что, может быть хант в ММС пекнется? Не, в теле. Рофлыч, поглю, залей и на. Что такое хан, мама? Я думал, только сурвы бывают. Да, они только сурва видят спек. Еще БМ бывает. Ладно, улетайте, они должны добить. А тут, когда остаешься нормально, туда сразу телепортируют. Вот что-то остаться. Ну, можешь оставаться. Разряжайтесь, давайте добивать. 3 секунды дамага. Сразу на суке стоишь, заебись. Вот вы сейчас только подлетать будете, я уже тут. У него же. Да, кстати, есть, блядь, там только танка телепортирует. Я тоже в прошлый раз остался, блин, меня уебало эта хуйня. А я сейчас был в 25-ке, всех телепортнул. А ты чего Настю не наказываешь за то, что она ездит на этой лисичке? Где нормальный маунт? Что это? Да я не знаю, она странная очень. Барыш. Скажи что-нибудь, Настюк, за. Да, кинь в него что-нибудь за лисичек. Пиздец, где мой плащ, нахуй? Че за хуйня, блядь? Ну, монета топовая, нахуй, если её одеть, то я приеду на дверь, топ-3 не. Ой, блядь. Всё, я запускаю сразу. Это... Здесь такой вопрос, кто первый будет танчить, я или Рисли? Надо на пыл от одного танка, мимо ДД, там, на танк, блядь. Ты думаешь, тебе кто-то на поле, вот кроме ханта вообще? Роги между собой я там за руки держатся, стоят. Ну, дай им третьего, они просто кастровал строят. Первые два на пулы я давал по танкам, не пизди нахуй. Не, ну иду. Да у вас обычно там голос кэштрова какой-то, блядь, синрится. Короче, я или рестлин? Кого-нибудь. Чисто в один кружок. Магов поставить и рок, нахуй. Они устроят между собой. Бать, а к он еще кто-нибудь скинется? Банешки. Бля, подожди. Андрей, у тебя там стрелись. Короче, на войда пульте, блядь, я с этот берсу. Ты чё, блядь, шакал вообще нахуй охуели или что? Чё такое? Лиса, кому-то майя. Засуньте нахуй. Жду, блядь. Тихо. Тихо. Ебать, только услышал. Лисы не люди. Не понял, что произошло. На войда, на войда. А, дайте салют, кунки, пожалуйста. Это не бой бесполезный, кунки. Потом идите между собой просто танки еще, пока что.
Скакунка. Плащ? Плащ. Хуй-то. Кринж, ну чё такое-то, а? Ты чё, кринжу кидал, Нэшка? Ну, он ещё в самом начале просил. А всё, переходи на тёмную сторону. Дай себе PS4. 329 или больше. Сколько? 329. Не вообще. Мало. Прошлое, когда, по-моему, 310 было. Прошлое-то... Это мало, 309. Швепс мало дает. Значит, что-то мало на этот раз дал. В прошлый раз он больше дал. Ну, анхолика, считай, нету сейчас. Мне нечем больше давать. Ни трини, ни печенек. Все равно у тебя больше было нас. Там у нас, мне кажется, в прошлый раз и лучше как-то рейд укомплектовал. Ну, сейчас анхолика нету, да. Может, на косарик больше было. Не, на 500, наверное. Нет, недооцениваешь. Ну там, так там только чума. Здесь, блядь, не, на 500 был. Косарь не дает. Не. Когда печеньки перестанут по 17к уходить, может быть, тогда появится ДПС. Это не точно. Ну, так вам просто надо не жопиться, а все 17к ставить эти. Да, так. Так я за 2 месяца 30к только накопил, потому что без тинков. Ну вот нормально, швепс, на вот после целка на 2 песчинки хватит. Ну в принципе, да, солидно, 2 месяца, 2 печеньки. Неплохо, я считаю, да. Больше 5к за печеньку не дам, пизду. Т10-3 выйдет, один Т10. А чё мы второго жирного не сливаем? Можем просто мы с минутом пойдем, блядь? А я, кстати, не уверен, что Т-10-3 лучше, чем вот этот Т-4 имбол. Да, лучше. Просто там. Я в Т-10-3 дам те же 19, понимаешь? Ну, блядь. Те же 19? Ну, пока мы с тобой по пятнашке даем там где-то на 15-16. Если было бы 19, я был бы не против. Месяц-полтора, они опять револкин что-нибудь, блядь. Там уже столько нытья, блядь. Нэшки мне нравятся там многим, ПВП. Т-4 мне нравится снова, блядь. А, куб вообще конченый. 5 лет играете, все нормально, то 4 кто не трогает, а тут такие, блядь, надо бы поковыряться. Надо, да, лучше бы не ковырялись, я бы сидел в своем Т10, бежал одну кнопку, но нет, надо было оставить. Я Кунка, я предлагаю понерзить всех. Да, они сейчас еще Т5 начнут ковырять, а мы еще больше страдать начнем в новом контенте. Почему не пройдет? Он говорит, с первым рейдом не хочет идти, там вагоны. Да. Мы затянули бревальми. Да, там запы еще упали, слышал. Кунка там последнее место после танка. Да. Эдик, ты тут? Mm. Я чё? Завтра не могу, у меня завтра шашлычки нет. Кто-нибудь? А, грибните молодого пиздюка, пожалуйста. Тем кого-нибудь. Так и фонаря, наверное, не будет, он же во второй рейд пойдет, нет? Я вообще под вопросом в целом. Если у меня вылетит во время рейда, это вообще... Лучше найти другого, чем постоянно отключенный слот. Че у тебя там, фонарь? Не знаю, я, короче, пришел домой, сел, короче, в фотошопе пукать, творить. Я кое-что интересное делал. И там, короче, у меня зависло. И когда я, ну, попробовал перезапустить, он у меня начал пердеть то, что он как бы запускается и как бы одновременно выключается. Почистил его, не знаю. Плюс-минус вроде спокойно живет. Но это не трудно. Я лучше пару дней проверю его.
Весь жесткий диск, чувак. Нет, это не жесткий диск, это просто. Уже это уже не в этом дело, если что. Если это жесткий диск, я, блядь, твою хату спалю. Кунка, молчи. У тебя вечно проблема с жестким диском. Нет, это не жесткий диск, алё. Это у меня системник теперь начал. У меня SSD-шники теперь самые мощные. В мире? На сколько вы делаете? В галактике. На 100 гигов SSD-шники? Под винду, блядь. Попробуй биос обновить, может тебе получше будет. Ну я думал, типа, не знаю. Так, сейчас скажу. Бля, занимает 5 минут делов, нахуй, биос обновить. 50 гигабайтов. Как вам? Хайп? Че? Ты даже не услышал, честно. У тебя 50 гигабайтов? Да, 1 000 000 гигабайтов, я считаю. У тебя как винда вообще вместилась туда? Ты шучу, ты же, че? У меня C сотня, D476. Самый мощный, говорит. Мега мощный во всем мире. 400 и сотка. У меня 500 SSD-шник, но я спрашиваю сейчас. Ну, у меня по факту тоже 500, там просто же как бы отнимается. Не знаю, как это объяснить. Резервная. Да, резерв. Ну, ты вообще... Кроме винды же туда больше ничего не устанавливаешь. Ну, я же сказал, что у меня два. Так что, кстати, Кунка, когда Portal 2 пойдем? А. У тебя два SSD-шника именно или один SSD, один HD? Че, сдиффузите ловушки? HD говно. Справа синрицу сдиффузить ловушку. Сдиффузил, пацаны. Не надо сдиффузить, ну просто сагри на себя. Ебать, меня разрубило. До сих пор тебя бьют, кстати. Ебанейте. Бля, надо было им помочь, что-то у меня как раз на два месяца, говорю, чего отключают. С дров запастись. Хорошо. Ну если клык попадет, я в тильт впадаю сразу автоматом. Кана, ты через таб переключаешь цели на сурке? Конечно, я что, блядь, наркоман пикать на. Не, через чат. Не, ну реально как? Да, табы. Надо вообще-то писать слэш таргет и мобик. Так настоящие пацаны делают. По маусоверу, да, надо играть? Да, маусовер, там еще что-то. Макросы на всех мобов целка. Я вручную тыкаю. Боже. Да там в трех мобов как раз идеально. У меня таб забинжен. Там мобы 4 вылазит, но ты в трех кидаешь, и тебе нормально. В 4 не профит накидать, кстати. Я в... А, ты тестил уже? Да. Я в двух кидаю, потому что я не могу по третьему клацать. Так я говорю, оно через таб тыкается как раз по трем мобам, и четвертый выходит с аурофанг, если там он... Прям так, не знаю, как это работает. Я говорю, у меня таб забинжен. Бинда нет. Блять, въеби себе на плюсик или на что-нибудь, нахуй. Плюсик забинжен. Что-то обычное. На что он тебе на баб забинжен, блять? С мышкой тыкнешь, нахуй, ничего страшного. На капсулок ставь. Че, бафы забинживаешь? Что, дурак, что ли? Нет, бафы не забинжены. Узник 2К. Узник. Так а зачем бафы бинить? Ну, я там, я, блядь, этот, ЗСЛ и этот, как его, блядь, и стаминку забинил себе на пресса. Зачем ты себя вечно антифиркнешь? Ну, потому что в Викауре у меня отображается, мне не нравится. Там просто... Там шторм не нужен? Кто? А, ну, шторм как? Точно, блин. Не, на этом нет. На мишку 3 напыла, пацаны. На реслин пускай первый танчит. Ну ебать. Все. 3, 2, 1. Пул. Понял. Блять. Настя. Такая Настя. Как бот не на меня пошел. Правда, не выключила просто. Он тебя, блядь, чуть не убил, блядь. Кунка, я жду 30-ку. Мне бы 20-ку попробовать дать. А ты попробуй. Ну подожди, даст 20-ку, блядь, без застерилина. И без нашки. В
У него крита не хватает просто. Да есть у меня крит. Эба, есть почти чем? Ты почти сорвал. Эй, иди там домашку делай, не смотри. Пиздец. Сука, глядай с Алио по Кришкингу. Две споры в мире, вы видите это? Может, вы вынесете, блядь, ворогу? Чё ты ноешь, блядь, чё я вынесла? Нахуя мне терять время, блядь, стоять там, скажи. Если можно потыкать еще. Научите бы эти там брикалки, чтобы видно было, как это делать. Ставишь сканкар отображать, и все нормально. Блядь, ну я вам не. Я в мини понес. Пиздец. У Кунки бурс закончился и только и даже двадцатки нет. У меня нет бурста. Если Гера твой бурс. А, да она милика вообще не бустит. Не обшути, Кунка, что в ключах три. Бустит автоатаку тебе. Ну и все. Забираю. Удар героя же, Кунка. Да я его почти не жму, типа. Символа нет. А. На аукционе купи. Реально. А, кстати, глиф забыл поменять на ДПС, я понял. Не обязательно начертание иметь, чтобы стимулы делать. Я глиф забыл поменять, блядь. Что, у тебя на рассекающий стоит? Это... Да. На рескин ты не бей или синий. Я... Не обязательно ни черта не иметь, чтобы глиф сделать, блядь. Ты под шишками там или что, блядь? Я это 10 секунд назад сказал. Походу ты под шишками. Бля, у меня рассечение стоит на тухлопузе. Да, я что-то задумался, но только потом понял. Кунка, кливый. Кливый Кунка. Каково мне кливый? Сервер, пусть роняется. Я откатываю. Еще уроню сервер. Настя кольцо пойдет, уронишь, что? Да. О, личина забытых или как там? Блять. Личинка? Сейчас штурма надо. Кто хочет, Мирая. Я так понимаю, ты тессерунчик не надо делать. Ну-ка, Швепс, можно вопрос? Ну. А, ты мне уже отвечал. Нонсет носить шипевский, да, в ДЦ? Еще раз. Нонсет шипевский, да? Шипевский. 100%. Шипевский. Только без метки. Не, ну ясен, блядь. У меня меткости нет в нонсетах, я шипе, блядь. Я только в кольцах шейно. Кстати, хочу этот жезл. Торну отвечу, блядь. А ты ж с магика хочешь. Да пизду с магика не падает. Надо первое слово дороже забирать. Второго. Там опера АФК босс, 2 минуты бить. Меня в Каругер не берут, я слишком слабый, говорят. Ой, нет, ты при слабо не домашний, ты не возьмешь. А ты сам возьми всех. И они пусть потом поют. Скаф поставьте. Суманите штурма. Штурма. Крит Мортала, но удар героя, дипфаунды. Да опять ты со своими дипфаунтами. Вот с этим сам весь пиздец просто. Кунка в мифик плюс попал. Арислин босса ходит на этой хуйне, на слизни. Арчи на полубав. Не, ну 19500 я дал. Настя. Да. Спасибо за тринкет. Однако, да. А чё, вон на тухлом давали? Ну да. Зачем? Не надо было. Всю жизнь давали. ДПС-чек. Это же на автомате, блядь. Я тух уже ДПС-чек. Угу.
проф ДПС чек вопросы. Ну, а профе я покажу ДПС. Ну, вот на профе я считаю, это важно ДПС, как и на синдре. Так-то в манекены ваши не важно. Синдра тоже не считается. Это антимилик босс, прям супер. Синдра антимилик не считается. Да, да, антимилик, когда ты с освобожденкой стоишь, чилишь, да? Так ты хотя бы Да, блядь, там за Энха, за Рогу, за ФРУСДК, блядь, на этой синдре, блядь, без босса это пиздец просто полный нахуй. Там так быстро в морожении стакается, что мы его нахуй. Ну и за кота, блядь, то же самое. Поэтому он с ручкой должен быть. Там просто, блядь, по 18 в морожении собирается. Бля, Энха, ручка, имба, блядь, как в далекие ваниловские времена, да? Да, где Павел носили чешку. Я там не ходил, когда последний раз. У меня, наверное, секунд 20 просто ни одного стака не пролетало. Я хуярил только пока да. Вообще не было. Ига Гера лучше была бы, чем при Воле. Спинги носят типа на циркуле. Да, я видел стрим, Энх танчит, типа целка. Это вообще кринж. Ну танчит, просто дамажит двуручкой Энх на циркуле. Не, на цирке там есть, были энхи, которые танчили. Ну, это я видел, было. как они танчили. Там так, даже на ютубе видосики есть. Я не говорю, что этого нет, я говорю, что там дамажить можно ручкой, типа, нормально. Здесь не получится, там стаки не вешаются, как он Дридек говорит. А как они танчили? У них что-то там тупо напуливали? Да. И других танков заставляли. Нет, там... Там получается под волками, что-то у них же есть какой-то таунт или что там, что-то такое. Но это как демоны, они же по факту тоже с таунтом, блядь, демоны. Да нет, просто армора больше становится. Таунт тоже должен быть. У Энха ледяной шок очень сильный. Ну, моба есть, но мои баллы сразу же босс сломает. Ну, типа ты с топором, который пьет. Я видел на Сирусе демон лок танчил гру в ХХМ. Я видел про товар с ручкой танчил. Я в Т5 помню в этом, в заезде что-то там, блядь, танк умер, я первым погрубил. Ну я помню Кощей, блядь. Там, да, я ЗС, тоже помню Кощей. В ЗС обычки, блядь, сколько у него там, 82 тысячи, по-моему, было под бафом. Да, Кощей просто ёбарь. Это ХП у него столько было? Да, в Диме. Да, да, да. Танчик, типа. А, там усилки, да, это хуйня из-за этого. Да. Ага. О, такое. А зачем он это делал? По приколу или он нужен был? Ну, по приколу, ну, захотелось человеку. Захотелось человеку, вот он это. Решил. Том Хэрновский такой же. Что там с Вальморой? Вылетел, походу. Активируйте кто-нибудь из лука. Сейчас,